Новая встреча делегаций Украины, России и Турции ООН по вопросу организации зернового коридора пройдет 22 июля в Стамбуле. Об этом сообщил CNN Turkey. Ожидается, что на встрече речь пойдет о создании координационного центра совместном контроле гражданских судов при выходе из портов и в точках их прибытия, а также обеспечении маршрутов перевозки сельхозпродукции. Напомним, что предыдущая встреча прошла 18 июля. На четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле по экспорту зерна.